С главными событиями к этому часу в студии телеканала «Север» Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Статистика заболеваемости COVID-19 на территории региона пополнилась двумя новыми случаями заражения. Заболели жители округа. Один из них из села Великовисочное, второй из Нарьинмара. 5 октября – День учителя. Профессия, без которой не может состояться ни один человек. Кто они, лучшие педагоги школ Ненецкого округа? Расскажем о победителях регионального конкурса «Учитель года». Финал с бутербродом и «Титаником». Проект по обустройству в Нарьинмаре туристического маршрута с визуализацией народных названий домов будет представлен на федеральном уровне. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. За последнюю неделю в Ненецком округе выявлено 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все они жители округа, трое из сел. В минувшие выходные COVID-19 обнаружен у жителей Нарьинмара и села Великовисочное. Оба получают лечение амбулаторно. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. Таким образом, в Ненецком округе с начала пандемии зарегистрировано 339 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 323 человека полностью излечились от заболевания. На лечение в стационаре Ненецкой окружной больницы на сегодняшний день нет пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Амбулаторно по месту нахождения лечение получают 13 человек. Еще 160 человек находятся на двухнедельной самоизоляции. Напомним, режим повышенной готовности в Ненецком округе продлен до 31 октября. В общественных местах необходимо соблюдать масочный режим. 5 октября ежегодно отмечается Всемирный день учителя. В школах в этот день по-особенному шумно и торжественно. Педагоги во всей стране принимают цветы и поздравления. В этом убедилась и наша съемочная группа. В третьей школе на переменах звучат самые известные детские песни. Празднику рады не только учителя, но и ученики. В честь преподавателей на каждом шагу поздравления. Также хочу поздравить всех учителей с праздником. Это ваш заслуженный профессиональный праздник. Желаю оставаться такими же любящими, добрыми, чтобы вас все слушались и, конечно, здоровья. Звучит звонок и снова за парты. В одном из светлых классов новой школы идет урок. Его ведет педагог Татьяна Геннадьевна Кудрявцева. Она подойдет каждому ученику, укажет на недочеты. Здесь каждому ребенку чувствуется индивидуальный подход. И где-то и похвалю, и пожурю, и поглажу по голове, и какие-то проблемы они рассказывают. То есть доверяют детям. Наша классная Татьяна Геннадьевна, она очень добрая, любящая, понимающая. Не было такой проблемы, которую она не могла решить. Я считаю, то, что она полностью заслуживает награду «Учитель года». Я считаю, то, что вот она заслужила ее. Татьяна Геннадьевна по образованию учитель технологии. В Ненецкий округ она приехала из Удмуртии. Говорит, там было сложно найти работу по специальности. Там вот таких специалистов, как я, было много. Я не могла найти себе профессию. В 2011 году мы переехали в Нарьинмар. Я с первого дня, вот как только приехали, я сразу устроилась в третью школу, за что благодарна Нарьинмару, потому что действительно сейчас работаю по профессии, по специальности, по своей. И мне очень нравится. Вы знаете, вот эту работу педагога, да, я знаю с детства. У меня родители учителя, у меня бабушка учительница. То есть у меня там несколько поколений учителей. И поэтому с этими тетрадками я выросла. Я рисовала в маминых тетрадках, да, когда она проверяла, я незаметно так. Потом дети открывали, а там мои каракули детские. Поэтому эту как бы подноготную этой работы я знаю с детства. Конечно, работа требует вложений. Все творческие преподавательские вложения Татьяны Кудрявцевой в этом году высоко оценили. Она завоевала звание «Учитель года» в конкурсе педагогического мастерства «Профессионал года 2020», который проходил в Центре развития образования. В конкурс педагогического мастерства «Профессионал года 2020» проходил в этом году по 5 номинациям. Руководитель года, учитель года, воспитатель года, педагогический дебют – это молодые специалисты, которые работают до 3 лет в Ненецком автономном округе. И последняя номинация была «Учитель родного ненецкого языка». Среди тех, кто получил золото педагогического мастерства, и заведующая детского сада «Ромашка» Ольга Стасева. Она стала лучшей в номинации «Руководитель года». Ну, как руководителя, да. Это моя первая победа. А как коллектив мы участвуем часто в конкурсах, и у нас есть достижения такие значимые.
Действительно, им есть чем похвастаться. В 2018 году садик «Ромашка» стал лауреатом 5-го всероссийского конкурса в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». Они вошли в десятку лучших детских садов России. Ну, что самое главное в своей работе как руководителя, я вижу, это создать безопасные и комфортные условия для каждого ребенка, кто к нам приходит. А у педагогов должна быть возможность самореализоваться, проявить творчество, инициативу. Это самое главное. Дает возможность реализоваться в профессии педагогом и воспитателем в Центре развития ребенка детский сад «Солнышко». Ольга Владимировна Вокуева стала победителем в номинации «Воспитатель года». Карьера педагога была для меня предопределена тем, что моя бабушка была педагогом, моя мама была воспитателем в детском саду. И, наверное, все-таки я приняла от них эту эстафету и выбрала для себя этот путь – работу с детьми. Работаю я педагогом уже более 14 лет. Коллеги высоко оценивают Ольгу Владимировну, которая в Ненецкий округ приехала из Кавказских минеральных вод. Как смеясь, говорят коллеги, это судьба, что воспитатель из солнечного города попал в детский сад «Солнышко». Вокуева Ольга Владимировна, да, она у нас очень ценный работник. Пришла она к нам в 2013 году. Мы, наверное, рады были очень ее приходу. Это очень творческий, отзывчивый человек. Очень хорошо сразу, буквально с первого мгновения, находит контакт с детьми, с коллегами. Ну, вообще с сотрудниками, не только с коллегами. Поэтому человек, который постоянно находится в поиске чего-то нового, никогда не останавливается на том, что знает, что может. То есть постоянно ищет что-то интересное как для себя, так и для детей. Сегодня учителя получают многочисленные поздравления. К ним присоединяется и телеканал «Север», который с удовольствием расскажет всему округу о новых победах наших северных учителей. Ольга Руслова, Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». Учителей и ветеранов педагогического труда сельских школ с профессиональным праздником в режиме видеоконференц-связи поздравили глава региона Юрий Бездудный, заместитель руководителя окружного профильного департамента Лиана Храпова и заместитель председателя собрания депутатов Максим Арбузов. В связи с эпидемиологической обстановкой педагоги школ всех муниципальных образований округа поздравления окружных властей с профессиональным праздником в этом году получили в онлайн-режиме. Все мы действительно как-то по-особенному встречаем октябрь, потому что всегда начало октября, 5 октября – это праздник «День учителя». Я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Я понимаю, как нелегко сейчас в современных условиях преподавать. Я сам преподаватель, преподавал в ВУЗе, и помню вот ту тревогу, волнение, с которым шел, допустим, на первую лекцию. Как готовился, как переживал не только за то, как я донесу материал, но даже как буду выглядеть, будет ли нормально костюм сидеть, и как меня будут воспринимать студенты. В своем поздравлении Юрий Бездудный отметил, что несмотря на век современных технологий, ничто не заменит живое общение учителя со своими учениками. Пусть будут эти все средства образования. И это хорошо, когда они есть. Но все равно очень важно, когда дети, ребята, наши дети, они видят учителя, они видят эмоцию учителя, они ее считывают, и они учатся не только математике, английскому, они еще учатся и доброте. Поэтому, дорогие друзья, я вас искренне поздравляю с этим праздником. Я вам желаю терпения и благодарных учеников. А еще желаю здоровья и крепости духа. И спасибо вам огромное за тот труд, нелегкий, но очень и очень благодарный. Также участие в поздравлении педагогов Ненецкого округа в режиме ВКС принял вице-спикер собрания депутатов региона Максим Арбузов. В школах НАУ трудятся талантливые педагоги, профессионалы. Вы не просто даете людям прочные знания, вы воспитываете, даете нравственные ориентиры, помогаете детям раскрывать свои таланты. И, наверное, я скажу так, в моей жизни школа это была вторым, наверное, вторым местом, где я больше всего проводил времени, помимо семьи. Он отметил, что труд учителя сегодня и всегда остается одним из самых важных в жизни человека, а профессия учителя – одна из самых почетных. И я уверен, что вы в вашей работе даете детям не только знания, но и в том числе помогаете, как вторые, наверное, добрые родители, им преодолеть трудности именно подросткового возраста, потому что когда организм меняется физически, психика, соответственно, тоже меняется, и разум наш меняется каждый день, а это очень сложно.
этим занимаются родители, но в большую часть времени все-таки работаете с развитием детей именно вы. И вам большое спасибо и низкий поклон за те усилия, которые вы прилагаете, за душу, которую вы вкладываете в этих детей. В ответном слове педагоги Красновской школы поблагодарили за поздравления и пожелали коллегам-учителям успехов в работе. Хотим поздравить всех людей нашей планеты с этим замечательным днем, но в первую очередь, конечно же, вас, дорогие наши коллеги, учителя Ненецкого автономного округа. С днем главной профессии на Земле. Александра Литкова, Ольга Русул, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, телеканал «Север». Финал с бутербродом и «Титаником». Проект по обустройству в Нарьян-Маре туристического маршрута с визуализацией народных названий домов будет представлен на федеральном уровне. Автор идеи Семен Афанасьев из Ненецкого округа вошел в число финалистов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Полуфинал проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального союза индустрии гостеприимства состоялся в начале октября в Салехарде. Алина Волчейская расскажет подробнее. Танцы с бубнами и песни на ненецком языке – неотъемлемая часть церемонии пересечения полярного круга. Салехард, кстати, единственный город планеты Земля, расположенный на 66-й параллели. Существует даже поверье – если, минуя условную линию, загадать желание, оно обязательно сбудется. Это атмосфера, когда люди идут в хороводе всегда, что в русской культуре, что в другом народе, заряжает энергией. И заставляет верить, что все сбудется так, как ты хочешь. Историко-культурный комплекс «Абдорский острог», музей имени Шимановского, Салехардский рыбокомбинат и, конечно, оленеводческое стойбище. На ненецкой земле гостей встречали, как и положено, с таинствами и обрядами. Знакомство с Ямал-Ири, ямальским Дедом Морозом, окуриванием можжевеловым дымом, обряд очищения и, конечно, мастер-класс по национальным видам спорта. Татьяна Архипова на Ямал приехала из Твери. В Арктике девушка оказалась впервые в жизни. Но точно не случайно, ведь ее проект напрямую связан с жизнью коренных и малочисленных народов Севера. Я как человек, который живет далеко от Севера, практически, как выяснилось, ничего об этом не знала. И когда я начала изучать, начала углубляться, поняла, что на самом деле это очень интересно. Мой проект называется «Ханты. Жизнь или выживание?». То есть насколько наш современный человек, который привык к гаджетам, привык в целом ко всем благам нашего общества, готов жить или выживать в таких условиях. То есть... Ямал на несколько дней стал туристической столицей Арктики. Здесь, в Салехарде, проходит полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства». 39 участников из 11 регионов России представляют туристические проекты в абсолютно разных сферах. Среди участников и наши земляки Семен Афанасьев и Сергей Мишин. Молодые люди привезли в соседний регион проекты по развитию туристической привлекательности столицы Заполярья. А еще блеснуть деловыми качествами и компетенциями. С этой целью для участников организовали битву мастеров. Мне понравились вот эти вот кейсы, которые мы выполняли. То есть это когда тебе дают задание, и ты должен вместе с командой за определенное время найти решение из довольно-таки сложной ситуации. Работу и компетенции полуфиналистов оценивали эксперты федеральной платформы «Россия – страна возможностей». Лучшие авторы проектов получат поддержку. Грантовую поддержку от наших партнеров и грантовую поддержку от тех регионов, которые готовы предложить свои ресурсы на финале. Уже об этом заявила Самарская область, город Москва, как столица финала, Уфа и многие-многие другие регионы, в которых проходили конкурсы, которые готовы отбирать для себя проекты, которые увидели. Победу в финале одержал и Семен Афанасьев. Начальник Центра кластерного развития Центра развития бизнеса представил на суд жюри проект по организации городского туристического маршрута с визуализацией народных названий домов. Защита проходила в три этапа, в три раунда. На первом и втором раунде у нас было члены жюри, члены комиссии, три человека и пять участников конкурса. Давали обратную связь, критиковали твой проект, ты его дорабатывал и шел на следующий раунд, если ты проходил. Пока еще не осознал, буря эмоций на самом деле, ну, самых-самых крутых. Впереди у Семена защита проекта на более высоком уровне в Москве. Алина Вучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Спортивными состязаниями отметили День пожилого человека жители микрорайона Сахалинский. Праздник для них организовали активисты территориального общественного самоуправления поселка и ресурсный центр НКО Ненецкого округа. Такие мероприятия – добрая традиция в ТОС Сахалинский. С подробностями Ольга Русул. Ну, я передам. ТОС Сахалинский насчитывает порядка 49 дворов. Это более 115 жителей, не считая детей. Валерий Овчинников на сегодняшнем празднике – гость. Сейчас мужчина проживает в городе, но родной Сахалин не забывает и регулярно навещает. Как-никак прожил в этом микрорайоне более 50 лет. Ну, я каждый день здесь бываю, так мне некогда скучать. А у кого бываете? У меня сын здесь, у него ферма, коровы, козы, куры. Сыну помогает? Конечно, кто же будет помогать дальше? Главное, что старший хороший. Он всех тут объединяет, привлекает. Всем хорошо. Жители микрорайона собираются на такие дворовые праздники регулярно. Весело проходит и Пасха, и Новый год. Мы идем с удовольствием сюда. Нам нравится. У нас постоянно здесь праздники. А что особенно нравится в этих праздниках? Вот, Общение с людьми. Хоть так же сидим дома, никого не встретишь. А тут встречались, поговорили, побаловались, поиграли. Что еще нам надо? Несмотря на то, что праздник приурочили ко дню пожилого человека, самые активные на нем, как всегда, дети. Первый праздник был на гонке на вейках, они часто проходят. А что нравится в этих праздниках? Ну, дядя Сережа, все уступает, все такое, игры всякие. Тем временем жители поселка готовятся к спортивным состязаниям. Это своего рода спартакиада внутри ТОСа, организованная ресурсным центром. Ее победители примут участие в спартакиаде среди ТОСов города Нарьинмара, а потом и округа. Соревнования проводятся в рамках президентского гранта 3D – двор, дом, дети. Хотелось бы, чтобы все-таки постарше люди тоже принимали активное участие в таких мероприятиях. То есть это и есть цель проведения вот спартакиады, чтобы вовлекать людей в спортивную жизнь города. Упражнения несложные – бег, отжимания, подъем туловища. Среди стартующих – сенатор Федерального собрания от Ненецкого округа Денис Гусев. С праздником жителей Сахалина поздравили депутат Государственной думы Сергей Коткин, сенатор от Ненецкого округа Денис Гусев и исполняющий обязанности председателя горсовета Александр Терлецкий. Когда такие встречи устраиваются, проводят организаторы, спасибо организаторам этого мероприятия, вот, у них есть возможность пообщаться, посмотреть друг на друга, одеться красиво. Не так часто это удается, что, ну, люди на пенсии, многие отдыхают вот так вот уже от забот, от работы. Поэтому здесь это действительно праздник, праздник народный. Высокие гости вручили подарки и благодарственные письма наиболее активным общественникам ТОСовского движения. Приходит охотно, тем более сегодня погода вроде бы не подкачала, конечно, ветер северный, но у нас есть самовары, которые греются, подогреваем сразу, предлагаем, что кто замерз, чаю испейте, пожалуйста. И согласны, все согласны. Такие праздники – это неразрывная связь поколений, которая напоминает нам о чутком отношении ко всему лучшему, привнесенному в нашу жизнь старшими. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Ну а далее смотрите прогноз погоды.